Здравствуйте. Сегодня заменим на Land Rover Discovery 3 втулки переднего стабилизатора. Находятся они, вот они, с этой стороны левая, а с этой стороны вторая. Использовать мы будем оригинальные втулки, такие LR015-339. Оригинальные геленаполненные идут. Экспериментировать не стали, чтобы не оригинал заказывать. Внутри материал какой-то, типа сетки, не сетки, непонятно, вклеено. Откручиваем, устанавливаем. Ну вот, открутили нижнюю гайку, гайка на 18. Верхнюю гайку мешает теплообменник открутить. Сверху теплообменник открутил. Там болтик, головка на 10. Я открутил его. Его можно приподнять. Берем головку и откручиваем вторую гайку. Открутили вторую гайку. Снимаем кронштейн. Сняли кронштейн. Все, снимаем втулку стабилизатора. Втулку стабилизатора мы сняли. Втулка обжата. Здесь вот натерто, как будто металл об металл, хотя здесь металла быть не должно. Нет, нету. Ну и сам стабилизатор уже натертый, риски на нем есть. Ладно, берем новую втулку. Также раздвигаем и ставим. Берем скобу.
Наживляем нижнюю гайку. И задавливаем верхнюю часть на шпильку. Наживляем верхнюю. Берем, зажимаем гайки. Гайки я затянул втулку. Он как даванула, аж по бокам повылазила. Хотя втулка оригинальная, все. Теплообменник ставим на место здесь направляющей пазы. И теплообменник я откручивал, снял сзади. Сейчас посмотрю, видно, не видно. Вот эту защиту снял и оттуда подвес. Оттуда удобнее, чем отсюда. Там болтик на головку 10. Головку 10. Открутил болтик и все. Сейчас берем, закручиваем теплообменник на место. Все, теплообменник закрутил. Вот он. Еще раз сейчас покажу, где там болт. Сзади. Так вот. Вот он болтик. Вот этот вот. Вот он держит теплообменник. И отсюда сверху его удобно подлазить и откручивать. Идем на вторую сторону. Это вторая сторона. Здесь ничего дополнительно откручивать не нужно. Берем, откручиваем низ и откручиваем вверх. Машина у нас вся обработана антикоррозийкой. Все марается толстым слоем. На инструменте остается, потом отмывать приходится. Вверху кронштейн мешает, ни один из ключей не одевается, надо накидной ключ на 18, но чтобы у него изгиб был не 45 градусов, а 90 градусов, и чтобы был повыше, тогда им удобно будет отключить, но это спецключ. А я сорвал, взял шестигранную головку на 19, взял для карданчик для пневмопистолета и с ним смог подлезть вот таким образом
Я открутил. Пошла она легко, поэтому затяну ее точно так же. А так лучше всего обзавестись ключом на 90 градусов. Сняли кронштейн, также снимаем втулку. Втулка выработана, она даже лопнула, если вам видно, трещина. Сейчас я, вот она. Шумы были интересные, стабилизаторы такие, как это, скрипучие такие, непонятные. Поскрипывающие. Ставим новую втулку. Неудобно. Ставим на место кронштейн. Наживил обе гайки, теперь закручиваем. Вверх не затянули, затягиваем вниз. Так, ну все, низ мы тоже затянули. Также вы видите, втулку также раздавило. Это, наверное, показатель того, что когда она изнашивается, она сжимается, и вот эти выпирать перестают. Ну, смотреть будем. Опустим, послушаем. Будут шумы такие, как были, или нет. Но шумы точно шли со стабилизатора. Когда качал, держал за стабилизатор, и оно хрюкало. Поэтому все, втулки стабилизатора мы заменили. Всего вам доброго.